сейчас ребят в раздевалке поздравил. Видно были, как они настраивались на эту игру. И на поле практически ничего не дали создать команде «Факел». У меня ни одного удара в створ не было. Я считаю, победа закономерная. Вопрос. По вашим ощущениям, какой-то недооценки вот, на настроение? Нет. Каждого соперника уважаем и настраиваемся по-особому. Поэтому сегодня я сказал, хватит наступать на одни и те же грабли. Поэтому сегодня видно было, что команда настроена.